А в Болгарию все-таки едет Свиридов. Какой толк от этого дуболома? Что вы сказали? Я про Свиридова. А? Елена Григорьевна, что с вашим мужем сегодня? Какой-то скучный сидит. Ирочка, что ты долго возишься? Сейчас, мам. Петр Степанович, это, конечно, не мое дело, но я хочу вас спросить. Вы давно с ним знакомы? С местным председателем? Какой-то он странный, уж очень невежливый. Что тут понимать, Ген? Просто невоспитанный человек. У нас как-то не додумали, что председателей выбирать из вежливых людей, а не из таких. Да что вы глупости-то говорите? Таким людям нужно при жизни памятники ставить. На таких людях земля держится. Петя, не надо, успокойся, не надо. Вы извините, это я так. Извините. Я, пожалуй, пройдусь. Шапочку. Какую шапочку? Надину ребенку. Ну, погоди, погоди, пусть появится. Появится. А это что? Кисточка на шапку сверху будет. Кисточка. Сим. Конечно, я во многом виноват перед тобой. Ну, вот если вдуматься, мы же, в сущности, всю жизнь вместе, а? И что я тебе хотел сказать? Выходи за меня. Ну, сколько можно, в самом деле? Будет у нас внук или внучка, Надик тебе тянется. Про Андрея я и не говорю. Ты его вырастила, можно сказать, на ноги поставил. А, Сим? Дождалась. Елена-то у меня давно готова. Постель, две подушки, одеяло ватное, покрывало голубой тканой, ковер самотканый, а тебе полушубок овчины от отца остался. Сим, ну разве это имеет значение? Телевизор, сервиз обеденный на 6 персон. Серебро, чайные ложки, ножи, вилки. Годятся в хозяйстве. А прежде чем приданное это в дом нести, зарегистрируемся? Ну, само собой. Идем в сельсовет. Иван Петрович поздравит, в книжицу запишет. Mm. Пошли. А может, по-старинному справим, а? Давай лучше по-старинному. Споют нам величально. Меня под гармошку отпевать будут. Вы прозвали меня и Богу помолили за. У меня на белый фартук слезы повалили за. Ой, при этих словах ведь плакать полагается в голос. А мы бабку Мотю позовем, пусть она за меня погласит. Ну, может, все-таки без слез обойдемся? Нет, Паша. Давай по-старинному. Придем из сельсовета. Даже Мотя величальный нам пропоет. А тут и гости станут собираться, полный дом гостей. Родня твоя. А жениху утро одну положено одарить. Это сделаю. Для Нади у меня отрез найдется. Для Андрюши. А для маленького малыша шапочкой с кисточкой.
Потом за стол сядем. Поднимем бокалы. Горько. Горько. Горько.